Уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите приветствовать вас от имени Казанского государственного медицинского университета на пленарном заседании, очередном пленарном заседании Российского конгресса кардиологов. И у нас сегодня очень актуальная тема, тема, в которую мы с вами окунулись в марте-апреле этого года и, как показывает текущая ситуация, нам жить определенный период времени с этой инфекцией. Сердечно-сосудистые аспекты новой коронавирусной инфекции. Мы сегодня поговорим об этом. И мы сегодня все поняли то, что поражение сердечно-сосудистой системы при коронавирусной инфекции происходит. И о том, что у пациентов с артериальной гипертензией, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью новая коронавирусная инфекция течет по-другому, она течет тяжелее. Мы сегодня уже имеем опыт пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию и имеют отдаленное поражение миокарда. Мы видели пациентов с острыми коронарными событиями, да, с острыми инсультами головного мозга. Поэтому чрезвычайно интересное сегодня у нас с вами заседание, чрезвычайно интересные темы. И мы, хоть и дистанционно, но очень рады приветствовать всех на Казанской земле. Жизнь так складывается, но мы надеемся, что вот уже буквально через несколько месяцев мы сможем все друг друга увидеть, поговорить, подискутировать в очном формате. А сейчас разрешите... Добрый день. Для меня большая честь участвовать в Российском национальном конгрессе кардиологическом. К сожалению, в этом году мое участие онлайн. Я много раз был в России, и я хочу благодарить всех организаторов, всех своих друзей, господина Шлихто, за то, что проводите это мероприятие. В ближайшие минуты я расскажу об очень актуальной на данный момент теме. А именно я буду говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях в период пандемии коронавируса. Буду говорить о том, что мы знаем о сердечно-сосудистых заболеваниях и об их связи с коронавирусом. Так выглядит наша больница в Португалии. Я очень рад, что многие из вас уже посетили нас. Господин Шлихто к нам пару лет назад приезжал. И к нам, в принципе, приезжает большое количество кардиологов со всего света. Вот данные на сегодняшний день, я записываю это видео 25 августа, заболело практически 25 миллионов человек, больше 800 тысяч умерших, к сожалению, из-за коронавируса, и примерно 16 миллионов выздоровевших. Это распределение количества заболевших по миру. Мы смотрим, как затронула пандемия разные уголки мира. Все началось в Китае, сейчас там ситуация полегче. Потом на Запад распространилось заболевание, полыхало в Европе. По весне было большое количество заболевших. Сейчас в основном на американском континенте. Большое количество заболевших, в основном это Северная Америка и южноамериканские государства. Что же на данный момент известно о коронавирусе и сердечно-сосудистых заболеваниях? Не так давно была опубликована статья, в которой рассматриваются основные последствия и влияние коронавируса на сердечно-сосудистую систему. Статья называется «Пациенты». Статья посвящена тому, как влияет на пациентов коронавирус. Рассматривались пациенты на территории Северной Италии, которая была особенно затронута коронавирусом. Если смотреть на
кардиальные биомаркеры, например, тропонин и N-концевой фрагмент прогормона мозгового нейтротического пептида, то показатели достаточно яркие. Мы видим, что коронавирус может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и, главное, ухудшение исхода. Если смотреть на пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, то можно говорить о том, что у пациентов, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, мортальность гораздо выше, чем у тех пациентов, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний. Для них коронавирус проходил несколько легче. Итак, можно говорить о том, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний ухудшает прогноз для пациентов с коронавирусом. Также мы сейчас на данный момент знаем, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще подвергаются инфицированию коронавирусом. Некоторые данные говорят о том, что коронавирус проникает не только в легкие, проникает также в сердце, не потому что есть, например, какие-то воспалительные заболевания типа миокардита. Буквально недавно опубликованные исследования в Ланцете показывают, что в принципе, вирус может попадать в клетки миокарда и может нарушать вообще сердечные ткани. При этом может развиваться мультисистемный воспалительный синдром. Он может поражать самые разные клетки, в частности, у детей. И с этим связано то, что появляются те или иные нетипичные кардиологические явления. На данный момент было опубликовано очень важное исследование. Руководящие принципы Европейского кардиологического сообщества по диагностике и ведению сердечно-сосудистых заболеваний в условиях коронавируса. Я не буду очень много рассказывать об этих рекомендациях, но здесь очень четко сформулированы требования, которые помогают адаптировать те или иные департаменты внутри больниц к работе в условиях коронавируса. Например, здесь расписано, как наилучшим образом организовать процедуру визуализации, инвазивную терапию какую-то. И здесь прописаны условия работы тех или иных департаментов и проведения тех или иных процедур, их предоставления в зависимости от степени распространения коронавируса. Если коронавирус незначительно затрагивает систему здравоохранения или существенно влияет, например, вот здесь красным показано, да, когда в принципе не могут быть предоставлены те или иные услуги, связанные со здравоохранением. Например, это было в тот момент, когда наибольшее количество пациентов было в больницах, когда были карантины, изоляционные меры, большое количество чрезвычайных операций было перенесено, и лечились, в принципе, только какие-то острые состояния. Этот период длился практически 6 недель, с конца марта до начала мая, и уже только в начале мая постепенно больницы стали возвращаться к нормальному графику работы и принимались к лечению, и в том числе плановые больные. Мы видим, что здесь прописано, что какие операции могут, какие процедуры должны предоставляться в зависимости от тяжести пандемии на данный момент. Есть здесь градация от чрезвычайных случаев до тех, которые могут предоставляться лечение факультативно. И здесь разбито по разным заболеваниям, от аритмии до других заболеваний.
Также были разработаны критерии, по которым оценивалась необходимость предоставления интенсивной терапии и реанимации. У нас в стране отделения реанимации, интенсивной терапии большую часть времени были переполнены, и поэтому так важно было создать специальные критерии, по которым бы уже размещать пациентов в отделении интенсивной терапии. Очень важно, что постепенно мы смогли улучшить менеджмент, в том числе направление людей в отделении интенсивной терапии, и мы видим, как потихонечку с апреля по май рос уровень выживания пациентов отделения интенсивной терапии. Мы видим, что в апреле данные были везде гораздо ниже по всем возрастным группам. Конечно же, частота выживания с ростом падала, но несмотря на достаточно преклонный возраст, мы видим, что и для пожилых людей к маю-июню частота выживания выросла. Это говорит о том, что работа отделения интенсивной терапии была налажена. Что еще важно отметить? Пациенты, надо отметить то, как проходило лечение у пациентов, у которых долго сохранялись симптомы. Мы знаем, что коронавирусом это очень часто бывает. Например, потеря обоняния, головные боли, усталость, спутанное сознание. Тут надо отметить, что коронавирус, он не только вызывает эти все симптомы, но и достаточно долго они сохраняются у человека и могут перерасти в хроническое заболевание. И это нужно учитывать, потому что большинству пациентов нужно было много времени для полного восстановления. При этом нам нужно не забывать, что сердечно-сосудистые заболевания никуда из-за коронавируса не пропали. Каждый год примерно 18 миллионов человек умирает из-за сердечно-сосудистых заболеваний. И коронавирус немножко скрыл их важность. И непосредственным, непрямым влиянием коронавируса стало следующее. Количество госпитализаций с инфарктом миокарда, например, в Италии, существенно сократилось. Давайте посмотрим. Инфаркт миокарда, вот первый столбец, сокращение практически на 50%. Инфаркт с подъемом сегмента СТ на 26% сократилось количество госпитализаций. Мы видим при этом, что количество смертей от инфаркта в разной этиологии только выросло. Все это вызвано тем, что пациенты боялись обращаться к врачам, позже госпитализировались, и таким образом количество госпитализаций падало, а количество смертей от подобных заболеваний росло. Госпитализация с инфарктом миокарда существенно уменьшилось в Италии. При этом количество осложнений и количество летальных исходов росло. И это, безусловно, серьезный социальный вызов, где должны вместе работать и научное, и медицинское сообщество, а также официальные лица. Мы видим данные из Австрии, то же самое. Падение количества госпитализаций в зависимости от недели пандемии. Мы видим падение по разным типам сердечно-сосудистых заболеваний. Тот же самый тренд наблюдается и наблюдался в США. Мы видим, что количество госпитализаций с инфарктом миокарда падало на протяжении пандемии. Мы видим тут сравнение между 2020 годом и 2018, насколько меньше количество людей, обратившихся за помощью, и при этом мы видим активный рост количества заболевших коронавирусом.
Как это работало, большое количество людей просто боялось обратиться в больницу, обращались уже к врачам, когда были сложности настоящие с состоянием здоровья. Многие умирали дома, к сожалению, так и не дождавшись, не получив помощи. У нас первый случай коронавируса был зарегистрирован в марте, и потом ввели комендантский час и режим чрезвычайного положения, и количество обращений в больницу, количество госпитализаций сократилось в два раза. При этом росло постоянно число пациентов с коронавирусом. Давайте посмотрим на мое отделение. Мы видим, что сначала сократилось количество чрезкожного коронарного вмешательства, сократилось больше, чем в два раза количество операций катетеризации, и также сократилось количество транскатетерных имплантаций ортального клапана. Об этом пишут по всему миру. Вот здесь приведена статья, в которой описывается, что большое количество людей погибло именно из-за сердечно-сосудистых заболеваний, потому что люди боялись обращаться в больницу. Это данные из исследования по США. Здесь рассматривалось больше 15 тысяч пациентов, которые обратились с инфарктом миокарда в больницу. Поэтому количество госпитализаций сократилось примерно на 19%. Рассматривалось в период в 5 недель, при этом количество летальных исходов увеличилось за эти 5 недель. Мы видим вот как раз данные, видим вот верхняя линия, это как раз инфаркт миокарда, видим, вот здесь начинается пандемия, здесь количество госпитализации резко падает и только потихоньку потом начинает расти. Это тренд, который наблюдался практически по всему миру. У нас уже есть данные по Гонконгу, Китаю, о том, как повлияло коронавирус на инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. Мы видим, насколько увеличились сроки поступления больных от момента выявления болезни до какого-то обращения к врачам, до предоставления уже непосредственно медицинской помощи. Это исследование было написано, опубликовано буквально недавно, и там описано о том, что в современном мире возбудители инфекционных заболеваний, таких как новый коронавирус, могут распространяться очень быстро и перерастать в пандемию. Больницы должны продумать не только то, как бороться с самой инфекцией, но и о том, как вспышка заболевания повлияет на предоставление медицинских услуг в целом. Недавно было также опубликовано европейское исследование и европейский реестр, который также анализировал инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. Задавали во время исследования самые разные вопросы медицинскому персоналу и спрашивали, прежде всего, изменилось ли количество людей, которые обращаются с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. И в основном все говорили, что да, количество уменьшилось, и только небольшое количество говорило о том, что количество увеличилось или не изменилось. Если мы посмотрим, насколько уменьшилось количество подобных пациентов, то в основном большинство опрошенных говорило, что падение составило около 50%. Также, если оценивать, сколько пациентов пришли позже, чем нужно, на те или иные процедуры, не в оптимальное окно для чрезкожного коронарного вмешательства, в основном тоже здесь сокращение количества пациентов примерно 50%. Здесь же представлено количество пациентов, которые приняла больница в связи с коронавирусом. Мы видим,
что их большинство. Если посмотреть на основные факторы, которые связаны с отсрочкой обращения к врачу, мы видим, что в основном такие задержки были связаны с изоляцией, с тем, что недополноценно работало соответствующее отделение. И данное исследование показывает, что коронавирус повлиял существенно на пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ. Большое количество людей пришли не в оптимальное окно для проведения интервенционной терапии, и поэтому на будущее нужно планировать, как подобные мероприятия должны вписываться в том случае, если будут другие пандемии. Это исследование показывает, как росло количество смертей. Больше 700 тысяч смертей в США было зарегистрировано с 1 марта по 30 мая. Это на 123 тысячи смертей больше, чем обычно в этот период. Рост относительного прогнозируемого числа смертей составил 23%, при этом 95 тысяч смертей вызваны коронавирусом, что меньше 23%, то есть меньше прогнозируемого числа смертей. Таким образом, не весь прирост количества летальных исходов вызван пандемией, а вызван другими заболеваниями. Здесь вы видите граф. Эта линия показывает как раз наблюдаемое количество смертей. Ниже эта линия, которая показывает оценочное количество смертей, прогнозируемое. И небольшой рыжий сегмент – это количество пациентов, умерших из-за коронавируса. А вся остальная область – это другие заболевания, достаточно много. В Португалии у нас то же самое, мы видели большое увеличение количества летальных исходов. Это общая кривая, показывающая количество летальных исходов. Также здесь показано, что большое количество людей поздно обращались к специалистам, они боялись обращаться в больницу, и поэтому умирали дома, либо у них развивались существенные осложнения. Нью-Йорк Таймс недавно также была опубликована статья, где пишется о том, что коронавирус создал целую волну смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. С одной стороны, сердечно-сосудистые заболевания – это основное осложнение и причина смерти у пациентов с коронавирусом. Также у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями больше риск заразиться коронавирусом. Также, если есть какие-то нарушения миокарда, то это предиктор более плохого исхода. При этом многие отделения, занимавшиеся сердечно-сосудистыми заболеваниями, были переоборудованы под палаты и под отделения для коронавирусных больных, что не всегда положительно сказалось на исходах для сердечно-сосудистых заболевших. Об этом, обо всем мы должны думать и должны учитывать, когда мы организуем то, как работают наши поликлиники и больницы. Мы понимаем, что ситуация с коронавирусом еще не переломлена, и мы должны учитывать, что любая пандемия может существенно пошатнуть систему здравоохранения, и при этом мы всегда должны помнить о том, что сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на что, остаются пока основной причиной летальных исходов по всему миру. Мы должны научиться чему-то из нашего печального опыта последних месяцев, чтобы лучшие услуги предоставлять нашим пациентам. Еще раз большое спасибо за внимание. Я рад, что я участвовал в этом мероприятии. Вы не против, если я сейчас вам задам несколько вопросов, два вопроса коротких, и мы сразу их запишем, ответы на них?
Да, конечно. Итак, первый вопрос. Каковы краткосрочные и долгосрочные осложнения в связи с коронавирусом и сердечно-сосудистыми заболеваниями? Что ж, мы как раз сейчас пытаемся понять, какая связь между коронавирусом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Получаем информацию из разных регионов, разных стран. И, безусловно, одно из осложнений коронавируса – это развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Как и в случае с другими вирусными заболеваниями, это негативное влияние на миокард, миокардит и даже и реже кардиомиопатия. Также встречаются случаи гиперкоагуляции. Это что-то, это сначала нам было непонятно, как это происходит, но мы видим, что и при наблюдении в больницах, и когда пациенты не приходили на лечение, чаще происходила эта воспалительная реакция, и была большая активность коагуляционная. И мы увидели, что проникали везде эти вирус проникал в эндотелий, и поэтому это служило триггером для образования тромбов и бляшек. С другой стороны, мы также увидели изменения в ритме, мы больше увидели аритмии. Мы видели и развитие мерцательной аритмии. Особенно часто они развивались у пациентов, у которых уже были сердечно-сосудистые заболевания, и они заболели коронавирусом. Таких пациентов не так много, но мы пока наблюдаем. Безусловно, коронавирус существенно влияет на сердце. Мы видим, что непосредственно ударяет вирус по сердцу, но при этом у некоторых пациентов, у которых уже были сердечно-сосудистые заболевания, они не только группа риска, но когда у них происходит заражение коронавирусом, к сожалению, у них ухудшаются и прогнозы по благоприятному исходу. Сердечно-сосудистые заболевания – это, безусловно, фактор риска. При этом надо понимать, я пытался об этом показать в своем выступлении, что есть непрямое влияние коронавируса. То, что мы очень фокусировались на коронавирусных больных, и это привело к тому, что многие другие процедуры были перенесены, и в итоге пациенты не получили лечение и развили существенные осложнения. Когда пандемия была в самом разгаре, многие просто боялись обращаться к врачам. И поэтому люди в остром состоянии не получили лечение. Часто это приводило к летальному исходу. Или они развивали дополнительные заболевания, и их прогнозы еще больше ухудшались. Не развивали осложнения, связанные с их основным заболеванием, и если бы они получили вовремя терапию, то этого бы не было. У нас был день, когда у нас было 3 разрыва сердца. Это очень редко было до этого, до коронавируса. Поэтому мы должны как-то наладить систему так, чтобы пациенты не боялись обращаться со своими болезнями, несмотря ни на что, несмотря ни на какие инфекции. Потому что если есть какое-то острое состояние, пациент должен получить лечение, должна продолжаться терапия, она не должна откладываться, потому что это может спасти жизнь. Большое спасибо. Я говорила с одним из наших докторов, кардиологов, и она как раз следит за пациентами после трансплантации, и она говорила буквально те же самые слова, что и вы.
Она говорила о том, что большое количество пациентов находится дома. Они не решались бы без нее обращаться к врачам, и при том, что для них это очень важно. Конечно, очень важно общаться с пациентами. Должна быть эта постоянная коммуникация между пациентами, которым требуется дальнейшее наблюдение, и врачами. Нельзя переносить терапию. Да, есть коронавирус, но уже понятно, как этих пациентов с коронавирусом отделять от остального потока, и очень важно других тоже пролечивать. Сколько же нужно наблюдать пациента после коронавируса, и когда обычно появляются первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний? Что ж, они могут в самом начале развиться, еще сердечно-сосудистые заболевания, какие-то осложнения, буквально через пару дней после того, как человек попадает в больницу с коронавирусом. Обычно, если человек уже в больнице попадает, то у него достаточно уже тяжелое положение в плане коронавируса. Однако у некоторых эти последствия отсрочены, в основном же это буквально в первые дни. Очень важно проверять таких пациентов, за ними следить. Пока у нас нету примеров такого долгосрочного наблюдения, но как только обнаруживаются первые симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, нужно очень внимательно наблюдать и вести этого пациента. Может быть, нужно будет проводить какие-то именно манипуляции и какое-то лечение назначать дополнительно, связанное с сердечно-сосудистым заболеванием. Мне кажется, что лучше тут немножко перебдеть и заранее превентивно действовать. Да, мы уже ведь знаем, что вирус влияет на сердце, и поэтому нужно наблюдать за определенными проявлениями. Мне кажется, здесь надо действовать проактивно и очень внимательно наблюдать таких пациентов. Таким образом, мы и лучше поймем взаимосвязь сердечно-сосудистых заболеваний и коронавируса, и лучше сможем предсказать исход для пациентов. Для тех же, у кого есть уже сердечно-сосудистые заболевания, и тот заболевает коронавирусом, здесь тоже важно тщательное наблюдение, потому что мы знаем, как опасен коронавирус для таких больных. Большое спасибо. Уважаемый профессор Пинта, большое спасибо за замечательный доклад, за глубокое освещение как и эпидемиологических вопросов сердечно-сосудистых заболеваний во время ковида, так и текущих во время острой инфекции симптомов поражения сердечно-сосудистой системы и отдаленных последствий, о которых мы еще, вероятно, будем узнавать в ближайшие месяцы. Уважаемые коллеги, следующее слово представляется профессору Феррари из Италии. Мы продолжаем тему ковида. Как ЭКГ может помочь в диагностике COVID-19 и почему это важно? Пожалуйста, профессор Феррари, мы рады вас приветствовать. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Роберто Феррари, и я рад выступить перед вами сегодня и поделиться данными нашего исследования, и буду говорить о роли ЭКГ в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний во время коронавируса. Конечно, я был бы счастлив выступить перед вами лично, но хотя бы так удаленно. Но этот ужасный вирус все нам испортил. Он не разрешил нам встречаться. Что же нужно знать про новый коронавирус COVID-19? Это один из зоонотических вирусов, такой же, как был раньше, например, раньше уже встречался с нами в виде атипичной пневмонии. С 2002 по 2003 год он унес больше 8 тысяч человек. Возможно, источником этого коронавируса стали летучие мыши. Как правило, такие коронавирусы
приходят к человеку сразу от животного-носителя, либо через какого-то другого животного, пока неизвестно в случае с новым коронавирусом. Состоит коронавирус из четырех липидов, из протеинов. Один протеин как раз представляет собой такой колышек, который формирует эти острие у короны. Также есть протеин, который содержит генетический материал, который, собственно, и распространяет вирус. Это тот вирус, который проникает в многие другие клетки, заставляет их производить уже себе подобные вирусы, зараженные клетки. Это уже третий коронавирус, который нас накрывает, это типичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром. Началось распространение коронавируса с Ухани, с животного рынка. Стало известно о вирусе в декабре 2019 года. Сейчас мы все подозреваем, что распространение началось его гораздо раньше. К сожалению, вирус этот очень активный, не тратит ни секундочки, сразу начинает делать то, что должен делать вирус, то есть заражать окружающих и активно порождать себе подобных внутри человеческого организма. Через два месяца после начала эпидемии уже 77 тысяч зараженных было только в Китае. И уже через месяц, в марте, 11 марта, ВОЗ постановил это пандемией коронавирусной инфекции. На данный момент известно, что коронавирус очень легко передается, и это, собственно, основная проблема. Один пациент-носитель может заразить до двух и больше человек. Молодые люди, как правило, легче заражаются коронавирусом, но, к сожалению, более пожилые люди чаще умирают от коронавируса. Уровень смертности для людей младше 40 всего лишь 1%, а для людей старше 70 это 4-5% смертельных случаев. Поэтому надо беречь себя, если вы уже в преклонном возрасте. Как правило, чаще заражаются мужчины, но пока это не подтвержденная информация. В организм человека коронавирус попадает через глаза, нос и, конечно же, глаза. И как раз мазок берут во рту, но глаза также очень хороший вход для коронавируса, поэтому надо беречь глаза. В основном коронавирус атакует через ангиотензин, переваривающий фермент 2. Нельзя путать его с ангиотензин, переваривающим ферментом 1. Они совершенно по-разному работают. Коронавирус затрагивает прежде всего дыхательную систему, но также может серьезно влиять на сердечно-сосудистую систему и пищеварительную систему, и даже мозг. Вирус выпускает РНК в инфицированную клетку, и клетка начинает порождать протеины по модели РНК, которую выпустил вирус. И таким образом все больше и больше клеток заражаются, и вирус воспроизводится. В принципе, люди тоже созданы для того, чтобы порождать себе подобных. И вирус занимается ровно тем же самым. Он порождает себе подобных. Миллионы и миллионы вирусов, миллионы и миллионы клеток, зараженных вирусом. Вирусу мы нужны, как нам нужен воздух. Вирус иначе не может воспроизводить последующие вирусы, копии свои. При этом вирусу надо выходить из человеческого организма, потому что вирусу требуется все больше и больше воспроизводства в других особях. И поэтому инфицированные клетки все время
пытаются активно выбраться наружу. Иногда также мы видим чрезмерную реакцию иммунной системы, когда вирус поражает нас, он может выйти через кашель, через чихание, и непосредственные патологически опасные клетки могут попасть на другие поверхности. Каждая зараженная клетка может выпустить миллионы и миллионы копий вируса до того, как она погибнет. Именно поэтому сейчас весь мир входит в масках. Также в некоторых регионах приходилось организовывать режим изоляции для того, чтобы люди меньше встречались и не обменивались потенциально какими-то зараженными клетками. Что касается симптомов, мы знаем, что основной симптом – это жар, 88%, потом сухой кашель и усталость. Но есть очень интересные симптомы, например, потеря обоняния и потеря вкусовых ощущений. Это достаточно такие удивительные симптомы, которые, как правило, встречаются у 30% заболевших. В основном симптомы неспециальные, достаточно мягкие, и период ингубационный составляет от 2 дней до 2 недель. Однако стоит отметить, что в Китае также были случаи аритмии и болей в груди. Надо уделять внимание так называемым красным флажкам. То есть, например, сохраняющие симптомы, похожие на простуду и грипп, потеря обоняния и вкусовых ощущений и лимфопения. В некоторых случаях в большинстве случаев мы видим, что развивается достаточно быстро пневмония, которая очень быстро прогрессирует и затрагивает большое количество органов и может даже вызвать летальный исход. Пневмония, как правило, это осложнение симптоматологии, связанные с коронавирусом. В некоторых случаях она приводит к полиорганонедостаточности и смерти. Что касается лабораторных данных, то лейкоцитоз, повышенные содержание D-димеров, ПЦР. Это все обычно симптомы слабые. Но если мы видим, что большое количество энзимов печени, нарушение работы почек, все это сигналы того, что все развивается по худшему сценарию. Мы можем диагностировать коронавирус, имея использование ПЦР-реакцию с помощью забора мазка. Однако данный анализ дает примерно 40% ложных негативных результатов, но также можно использовать КТ, иногда эхокардиографию. Реже используют поиск антител в крови для определения наличия коронавируса. Мы видим, какая может развиваться. Это слабая пневмония, средней тяжести и пневмония, которую еще называют симптомом булыжной мостовой. Это очень тяжелое состояние уже. Важно понимать, как вирус убивает нас изнутри. Как правило, смерть наступает из-за острого респираторного дистресса
и развития полиорганной недостаточности. Иногда есть так называемый еще цитокиновый шторм, то есть слишком активные реакции иммунной системы. Обычно это у молодых людей развивается. Также мы видим, что иногда коронавирус убивает нас тем, что вызывает нарушение в коагуляции и нарушает микроциркуляцию крови в легких и тромбозу легких. И это, безусловно, ведет к кардиологическим нарушениям, например, миокардиту, острому коронарному синдрому. Они могут проявляться, но достаточно редко, слава Богу. Теперь перейдем к следующему аспекту, непосредственно к кардиологии. Будем говорить о электрокардиографии. Безусловно, миокардит также может развиваться под действием вируса. Есть такие смешанные случаи. Есть случаи и инфаркта миокарда, вызванного в том числе под давлением вируса. Вирус непосредственно влияет на сердце. Прежде всего, это могут быть нарушения миокарда, и это очень такое обобщенное понятие, которое мы используем каждый раз, когда количество тропонина растет. Мы знаем, что тропонин может возрастать не только из-за проблем с сердцем, но и из-за проблем с другими органами. И, как правило, есть очень четкая связь между вероятностью выживания и уровнем роста тропонина. Также иногда мы говорим о миокардите, однако здесь надо отметить, что крайне редко мы делаем биопсию миокарда для того, чтобы определить миокардит. Но также достаточно редко делается МРТ в таких случаях для подтверждения диагноза. Здесь мы видим очень хорошо описанный случай миокардита. Совершенно здесь классическая ситуация, электрокардиограмма достаточно хорошо нам показывает, и МРТ, что здесь классический миокардит. Что касается уровня тропонина, здесь интересно отметить следующее. Недавно было исследование, в котором было доказано связь между смертностью, красно здесь отмечено, и количеством госпитализаций. И при этом сравнивалось с количеством тропонина. Если тропонин не сильно увеличился, то количество смертельных случаев было достаточно низкое, так же, как было много случаев, когда выписывают достаточно рано из больницы. Если же уровень тропонина высокий, то смертность росла, и меньше пациентов выписывали из больницы. Немного обсудили проблему с тропонином. Это такой общий показатель того, что что-то влияет на сердце. Говорили о том, как работает коронавирус, говорили о биопсии МРТ. А что же касается ЭКГ? Это доступная, простая диагностика, которую явно недооценивают. И, возможно, по ней тоже можно оценить патофизиологию и влияние коронавируса. В литературе на данный момент, а сейчас публикаций по коронавирусу очень много, есть всего две публикации, касающиеся ЭКГ. Это нам кажется достаточно странным. Почему никак не используют данные ЭКГ? Ведь всем пациентам делают электрокардиограмму. Поэтому мы запустили исследование ЭльКовид,
То есть мы изучали ковидных больных и их данные электрокардиограммы. Мы проводили ретроспективные исследования и потом уже перспективные анализ мы проводили. И я расскажу вам о данных первой ретроспективной части, которую мы проводили с 10 марта по апрель. По 14 апреля 2020 года, месяц целый, у нас участвовало 13 больниц области Эмилия-Романия. Это область в северной части Италии, где находится город Феррара. И этот регион существенно пострадал от коронавируса. Мы собрали 431 пациента, данные по тяжелобольным пациентам, которые были госпитализированы и умерли. Мы сравнивали электрокардиограммы, которые были получены в больницах при поступлении больного в больницу. Наши же данные, результаты оформлены в статью, скоро эти статьи будут опубликованы. Вот эта карта Эмилия-Романия, достаточно знаменитый город здесь Римини, потому что здесь многие знают именно этот курорт. Венеция и Феррара также находятся здесь, в Эмилии-Романии. В общем, мы говорим о достаточно известной области, большой, на севере Италии. Это данные по нашей популяции, первой части исследования L-COVID. Сейчас я напоминаю, мы говорим о том месяце, когда был самый разгар эпидемии в Италии, и в основном тогда страдали от инфекции граждане преклонного возраста. Это средний возраст у нас 74 года, поэтому у многих были сопутствующие заболевания, гипертензия, многие курили, у многих был диабет, 18% уже имели предыдущие сердечно-сосудистые заболевания и нежелательные явление, и у всех практически было ненормальное ЭКГ, 93%. У 22% мы наблюдали мерцательную аритмию, или, в принципе, мерцание. Мы видели многих другие патологические состояния. Я бы хотела здесь особенно отметить, что у 35% были признаки, очень очевидные признаки перегрузки давлением правого желудочка. Здесь очень хорошо видно в этом сегменте S1Q3T3. Мы видим здесь очевидно перегрузка давления. Мы видим блокаду правой ножки пучка Гисса. Мы видим здесь признаки мерцания. Мы видим, как сегмент S1Q3T3 меняется, и очевидно здесь блокада правой ножки пучка Гисса, как я уже сказал. Для нас это было настоящее, по сути, открытие. 35% – это достаточно много из популяции, и поэтому удивительно такое влияние на правый желудочек. Поэтому мы стали задумываться, стало ли это причиной дыхательного давления, вызванного механической вентиляцией легких. То есть это все из-за интубации. Как я уже сказал, в основном популяция, которую мы исследовали, это те пациенты, которые умерли из-за коронавируса, это все пациенты, у которых была интубация, хотя электрокардиограмма проводилась до интубации при поступлении в больницу. Поэтому мы задумались о том, что, возможно, по таким данным можно понять фенотип инфекции легких. Мы провели исследование
И мы увидели, что оно не показало существенной разницы. Мы видим, что дыхательное давление немножко увеличилось, но несущественно. Однако, мы определили, что есть два классических фенотипа, и это потом подтвердилось биопсией проведенных, два классических фенотипа острого респираторного синдрома. Первый фенотип мы можем назвать вальвулярным. Здесь поражаются альвеолы, и мы видим легочную паренхимию, и другой фенотип, васкулярный фенотип, который также в итоге поведет к повреждению легочной паренхимии, но проблема находится не на уровне альвеол, она на уровне эндотелия и наличие тромбов и нарушение микроциркуляции кровообращения в легких. Очень важно понимать различия в этих двух фенотипах для того, чтобы понимать клиническое состояние больных. Мы видим, что повышенный тропонин будет и там, и в альвеолярном, и васкулярном фенотипах, и даже показатель D-димер может быть повышенным либо нормальным в обоих фенотипах. Если же мы посмотрим на данные по перегрузке давлением правого желудочка, то здесь мы видим разницу. И перегрузка давления свойственна только васкулярному фенотипу. И это простая диагностика, которую легко провести ЭКГ. На электрокардиограмме это прекрасно заметно. Поэтому мне кажется, что такое простое исследование, как ЭКГ, может дать нам много очень полезной информации, потому что в данном случае, когда мы видим такой фенотип, нужно действовать очень быстро и аккуратно. Это очень, как я уже говорил, простое исследование, которое проходят все наши пациенты при поступлении в больницу, и у нас у всех будут эти простые данные, которые могут нам помочь. Электрокардиограмма для тяжелобольных с коронавирусом – это простой и дешевый метод анализа, который предоставит нам информацию о состоянии сердца, и перегрузка давления правого желудочка может нам говорить о тромбозе легочных артерий. Это, в свою очередь, достаточно частый механизм, который ведет к повреждениям миокарда и нежелательным кардиологическим явлениям в целом. Он может приводить к существенным повреждениям миокарда, и в том числе к тромбозу коронарной артерии. Таким образом, мы можем предсказать развитие миокардита и повреждение правого желудочка. Я бы также хотел подчеркнуть, что на данный момент сейчас мы проводим вторую часть исследований. Мы анализируем ЭКГ большого количества пациентов, которые сейчас проходят лечение против коронавируса. Мы также
смотрим данные по тем пациентам, которые выжили, которые сейчас наблюдаются уже после коронавируса, смотрим на их показатели через 3-6 месяцев. Надеюсь, в следующем году я презентую наши результаты. Большое спасибо за внимание. Уважаемый профессор Феррари, большое спасибо за доклад. И мы переходим к сообщению профессора Роффи из Швейцарии о влиянии COVID-19 на лечение острого коронарного синдрома. К нам в чат поступают вопросы, но мы надеемся ответить на них по завершению основных докладов нашего заседания. Пожалуйста, профессор Роффи. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Марко Роффи. Я занимаюсь интернациональной кардиологией, представляю университет Женевы, Швейцарии. Я рад выступать на конгрессе кардиологии. Я буду говорить по теме лечения пациентов с острым коронарным синдромом в условиях пандемии коронавируса. Я хочу поблагодарить сообщество российских кардиологов за приглашение. У меня нет конфликта интересов. Безусловно, очень важно, что европейское сообщество кардиологов составило очень важный документ, который должен помочь всем кардиологам вести пациентов с острым коронарным синдромом в условиях пандемии коронавируса. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с этим документом. Он размещен на сайте Европейского сообщества кардиологов. Название его звучит следующим образом: «Рекомендации Европейского кардиологического сообщества по ведению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время пандемии коронавируса». Для меня это была большая честь. Я участвовала тоже в создании этих рекомендаций. 99 страниц, очень подробный разбор заболеваний, всего 18 таблиц, 21 рисунок и самый широкий спектр сердечно-сосудистых заболеваний и как может коронавирус повлиять на те или иные состояния. Например, одна из глав посвящена диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Там описаны клинические картины, и как проводится эхокардиография, визуализация, относится сюда и миокардит, и сердечная недостаточность, и острый коронарный синдром, и гипертензия, и прочие заболевания. Большой документ, очень информативный. Я уверен, он каждому из вас поможет. Это один из примеров, один из рисунков, схем, которые представлены в данных рекомендациях. И этот рисунок показывает, как вести пациентов во время коронавируса, тех пациентов, у которых есть инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ. Также совместно с Европейской ассоциацией по чрезкожным сердечно-сосудистым вмешательствам Европейское сообщество кардиологии составило также специальный документ, в котором описывается позиция Европейской ассоциации относительно инвазивного лечения острого коронарного синдрома в условиях пандемии коронавируса. Там описаны очень практические аспекты, что нужно использовать для защиты как самих пациентов, так и врачей. Совместно с Джулио Гальюми, Италия, и господином Борхе Ибанесом из Испании, мы составили статью, в которой описываем преграды на пути проведения реперфузионной терапии при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ в условиях пандемии коронавируса. Мы описали опыт врачей Бергамо в Италии. Бергамо существенно пострадал от коронавируса, там большое количество было пациентов, и это был первый такой крупный всплеск на территории Европы коронавируса. Поэтому здесь было большое количество обращений. За 40 дней один только госпиталь принимал больше 1500 пациентов с пневмонией, при этом примерно 400 пациентов им требовалась вентиляция легких, а 150 интубация эндотрахеальная. За
Только март 2020 года смертность в госпиталях превысила стандартную в 6 раз. Все практически госпиталя и больницы стали местами, где лечили коронавирус. Все специалисты, которые занимались чрезкожным, даже инвазивным вмешательством, были переведены на коронавирусных больных. Только самые чрезвычайные случаи, так, в чрезвычайных случаях проводилось чрезкожное коронарное вмешательство. Все первичные чрезкожные вмешательства откладывались, если считались не чрезвычайными. Большинство пациентов, которым проводились такие операции, сначала были интубированы, а потом уже им проводилось чрезкожное вмешательство. Мы видим, что, в принципе, количество первичных чрезкожных вмешательств при инфаркте миокарда с подъемом сегмента СТ сократилось на 37%. Что касается ситуации в Мадриде, в Испании, там мы также увидели существенное уменьшение проведения инвазивных вмешательств. Для всей системы здравоохранения ситуация была очень тяжелая. Количество первичных чрезкожных вмешательств сократилось в 2 раза, если сравнивать с предыдущими неделями того же года. Также было увеличение фреонолизиса, особенно в тех случаях, когда пациенты обращались туда, где не проводится чрезкожное вмешательство. Однако чрезкожное вмешательство оставалось основной репрофузионной стратегией в регионе. На этой схеме мы пытались показать, какие основные преграды на пути проведения репрофузионной терапии. Прежде всего, нужно понимать, что коронавирус существенно усложнил ситуацию. Все гораздо замедлилось. Пациенты не хотели обращаться за помощью. Они боялись обратиться и попасть в больницу и заболеть там. Также многие терапевты не хотели сначала отправлять пациентов, а сначала наблюдали их состояние. Также скорость предоставления репрофузионной терапии сократилась, потому что большое количество карет скорой помощи было просто занято. Пациент из скорой помощи мог отправиться либо в центр, где предоставляется чрезкожное вмешательство, либо в центр общей терапии. И, естественно, если пациент попадает в такой центр, то потом, если ему нужна репрофузионная терапия, он должен направиться в именно центр, где предоставляется первичное чрезкожное вмешательство. Однако, как правило, этот переезд существенно осложняется, потому что нет свободных карет скорой помощи. Это все удлиняет процедуру. Поэтому некоторые предпочитали фибринолитическое лечение, однако это не оптимальный вид лечения. Также пациенты часто позже потом обращались за помощью, и существенно это сокращало эффективность фибринолитиков. Например, иногда эта терапия применялась неверно, потому что на самом деле у пациента был миокардит. Если пациент находился в центре, где предоставляется первичное чрезкожное вмешательство, то и тут все происходило не так быстро, потому что сначала необходимо и медикам, и пациенту надеть специальные защитные одежды, которые бы защитили их от распространения коронавируса. Дальше также осуществление первичного чрезкожного вмешательства может быть отложено, потому что не всегда были в операционных местах. Все это тормозит процесс предоставления реперфузионной терапии. Мы провели исследование совместно с Европейской ассоциацией по чрезкожным сердечно-сосудистым вмешательствам,
И мы пытались понять, что же больше всего повлияло на предоставление услуг по проведению интервенциональных операций. Исследование проводилось с 1 апреля по 15 апреля 2020 года. Всего 636 участников ассоциации заполнили исследование. Половина – это клиники в Западной Европе, 21% Восточной Европы, 13% из Африки и Ближнего Востока. Также было 11% респондентов из Австралии. Еще некоторое количество из Северной Америки. Мы хотели посмотреть, какую проводили клиники политику в плане проведения анализов у пациентов, чтобы определить, нужны ли им на данный момент какие-то процедуры, проводимые в операционных. Меньше чем 20% могли провести анализы для всех пациентов. Больше 50% больниц заявили, что они могли только провести анализ только у пациентов, у которых были подозрения на ковид. А 20 еще процентов больниц сказали, что они не могли даже провести тестирование на ковид, даже у тех, у кого было подозрение на ковид, потому что им не хватало мощностей. Также мы задавали еще один вопрос. Были ли отложены процедуры реперфузии для пациентов с инфарктом миокарда без с подъемом сегмента СТ. И почти 50% отметили, что да, были задержки из-за логистических проблем, связанных с коронавирусом. Также мы задавали вопрос, прописывали вы фибринолитики в случае инфаркта миокарда с подъемом сегмента S только из-за логистических причин. И 23 практически процента сказали, что это так, что они назначали подобное лечение только из-за сложностей, связанных с коронавирусом. Также были неполадки и были отложены мероприятия для тех, у кого были инфаркты миокарда без подъема сегмента СТ. Там также 57% респондентов сказали, что были задержки с предоставлением медицинских услуг. Также мы спрашивали, были ли какие-то ограничения для попадания в реанимацию. И практически 40% респондентов сказали, что да, такие ограничения были. Также очень интересно, что из-за страха инфицирования сотрудников операционных и вообще всех палат интенсивной терапии, некоторые проводили реперфузионную терапию за пределами палат интенсивной терапии. Например, установка внутриаортальных баллонных контрапульсационных устройств. Примерно 1/4 респондентов также функцию перикарда выполняла в палате интенсивной терапии обычно, но не во время коронавируса. Для некоторых других процедур, например, декатетеризация правоходила в сердце, это было 10% респондентов. Также мы спрашивали, была ли какая-то выборка у пациентов того, чтобы попасть в палату интенсивной терапии и рентгеноперационную. И большинство сказало, что да, у пациентов спрашивали об их симптомах, о том, как они себя чувствуют, чтобы определить, возможно ли у них заражение коронавирусом. Примерно 80% замеряли температуру всех пациентов, которые должны были находиться в рентгеноперационной. Все пациенты носили хирургическую маску в 86 случаях. Также мы задавали вопрос,
были ли специальные, у кого-то выделены рентген операционные только для тех у пациентов, у которых были подозрения на коронавирус. И у 40% респондентов были такие отдельные рентген операционные. Также мы хотели узнать, как коронавирус повлиял на проведение тех или иных интервенционных мероприятий. Прежде всего, мы спрашивали у респондентов, были ли сокращено количество проводимых операций, или, может быть, они вообще были остановлены. А потом спрашивали, в каком количестве они были остановлены полностью, либо, может быть, приостановлены. Итак, посмотрим, как же отвечали наши респонденты на то, были ли какие-то мероприятия полностью остановлены, их проведение. Например, посмотрим на чрезкожное вмешательство для пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента СТ. 27% респондентов ответили, что они перестали проводить такие мероприятия, либо их количество сократилось. 38% сокращения отметили для инфаркта миокарда без подъема сегмента СТ. Что касается чрезкожного коронарного вмешательства при остановке сердца, то тут ответили 31% респондентов, что такая процедура не проводилась, либо количество таких процедур сократилось. А сокращение для менее важных процедур было практически на уровне 90% у всех респондентов. Посмотрим, это, например, чрезкожное коронарное вмешательство для хронического коронарного синдрома, для транскатетерной имплантации аортального клапана. Мы видим, что у 90% респондентов было приостановлено предоставление таких услуг. Потом мы опрашивали респондентов, которые говорили о том, что те или иные мероприятия хирургические не проводились, либо проводились в небольшом количестве. Давайте посмотрим на первичное чрезкоронарное вмешательство для STEMI. Здесь сокращение было на 25% примерно у трети респондентов, на 50% у 35% респондентов, и только 10% полностью перестали проводить первичное чрезкожное коронарное вмешательство. Что касается остановки сердца, мы видим 23% респондентов, которые сказали, что были ограничения по проведению этого мероприятия, сказали, что полностью перестали проводить чрезкожное коронарное вмешательство при остановке сердца. В случае менее важных видов хирургического вмешательства, примерно 50% респондентов, которые ответили, что были приостановлены те или иные мероприятия, 50% сказали, что полностью было отменено проведение таких мероприятий. Если смотрим на транскатетерную имплантацию аортального клапана, то 73% сказали, что полностью не проводилось это мероприятие. Также мы хотели узнать во время нашего исследования, как использовалось защитное оборудование. Мы спрашиваем вообще, в принципе, использовался он или нет. Например, использовались маски FFP2 для обычных пациентов. 22%, то есть примерно четверть, сказали, что не использовали. При этом 20% также сказали, что не использовались подобные маски даже для тех пациентов, которые находились в группе риска и не использовали эти маски, потому что они были недоступны. Основная причина, как вы видите, 80% тех, кто ответил, что маски даже для групп риска не использовались, просто потому что маски были недоступны. Это очень пугающее соотношение. Это практически четверть всех наших опрошенных. At high risk of aerosol generation,
Совершенно, мне кажется, ужасно то, что для пациентов, которые находились в группе риска, просто невозможно было найти масок. Посмотрим на другие показатели. Видите значения по двойным маскам, по специальным защитам для глаз, по щиткам, дополнительным халатам и защите для обуви. Итак, в завершении своего выступления я хотела бы сказать, что интервенциональная кардиология сейчас пострадала из-за коронавируса. Прежде всего, не хватало специалистов для рентгеноперационной, все были брошены на коронавирус. Мы спрашивали, соответствующий вопрос задавали в нашем исследовании. Также не хватало средств защиты. Люди боялись обращаться за помощью, их доставляли не в те клиники, не в те отделения, потому что соответствующие отделения были заняты. И как я уже говорил, существенно было подорвано предоставление интервенциональных кардиологических услуг, не хватало медиков, не хватало младшего медицинского персонала, средств защиты. И что касается пациентов с острым коронарным синдромом, мы увидели, что люди реже обращались, и им тяжелее было получить реперфузионную терапию. Особенно сократились дополнительные мероприятия, проводимые в рамках реперфузионной терапии. Мы надеемся, что Европейская ассоциация по чрезкожным сердечно-сосудистым вмешательствам, те документы, которые ассоциация создала, поможет вам в вашей работе. Большое спасибо за внимание. Еще раз благодарю организаторов за приглашение и желаю вам удачной работы. Большое спасибо, профессор Рофи, и мы переходим к докладам наших глубоко уважаемых коллег. Моисеева Ольга Михайловна, Санкт-Петербург. Особенности диагностики и лечения миокардитов у пациентов с COVID-19. Пожалуйста. Глубоко уважаемые организаторы, большое спасибо за приглашение принять участие в дискуссии по коронавирусным поражениям миокарда. Тема действительно актуальная, учитывая то, что нам даже продлили время обсуждения. И моя задача остановиться на особенностях диагностики и лечения больных с миокардитом у больных с коронавирусной инфекцией. Почему особенности? Потому что я буду проводить параллель с традиционными вирусными миокардитами, которые достаточно широко распространены в общей популяции населения и которые действительно ассоциированы с крайне высокой летальностью. Я уже в первой сессии, которая звучала сегодня и посвящена была миокардитам, говорила о том, что мы традиционно признаем вирусный миокардит как аутоиммунное заболевание и очень мало знаем о роли врожденного иммунитета в патогенезе миокардита. Что же мы видим при коронавирусной инфекции? Как и при энтеровирусной инфекции, в клетке хозяина есть специфические структуры, которые облегчают проникновение вируса в клетку. Это ангиотензин, превращающий фермент второго типа, о котором достаточно подробно говорил профессор Феррари. Это сериновая протеаза, которая также облегчает проникновение вируса в клетку. И есть специальные ингибиторы, в частности, современные антикоагулянты, которые могут подавлять активность этой сериновой протеазы.
Мы хорошо знаем, что ангиотензин, превращающий фермент, достаточно широко представлен в альвеолярном эпителии и клетках эндотелия, а в кардиомиоцитах он встречается в меньшей степени, но по мере старения организма, по мере развития сердечно-сосудистой патологии, экспрессия ангиотензин, превращающего фермента второго типа, увеличивается. В дальнейшем вирус проникает в клетку эндоцитозом и реплицируется, и здесь точка приложения для целого ряда противовирусных препаратов. Наиболее эффективные – это препараты, ингибирующие репликацию РНК-зависимой РНК-полимеразы. Но основное внимание, ваше внимание я хотела бы обратить на иммунный ответ, который возникает после инвазии коронавируса. Это прежде всего активация нейтрофилов, моноцитов и макрофагов с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, которые и определяют развитие цитокинового штурма. А адаптивный иммунный ответ имеет вторичное значение, это вполне естественно. На активацию макрофагов мы видим ответ TH1 клеток. И вторично уже происходит активация B-лимфоцитов с продукцией специфических антител против коронавируса. Механизм повреждения миокарда при коронавирусной инфекции достаточно сложный. Я повторюсь, и профессор Пинто, и профессор Феррани достаточно подробно на этом останавливались. Я хочу лишь перечислить ключевые звенья патогенеза повреждения миокарда, которые почему-то трактуются как миокардит. Учитывая достаточно большую экспрессию ангиотензин, превращающего фермент второго типа на эндотелии, естественно, развивается эндотелиальная дисфункция, за которой сразу развивается гиперкоагуляционный синдром и возникает нарушение фибринолитической активности крови. Выраженная продукция провоспалительных цитокинов приводит к периферической вазодилатации, системной гипотензии, которая усугубляется на фоне присоединения вторичной инфекции. Все эти факторы способствуют ишемии миокарда, а в условиях повышенной потребности миокарда в кислороде за счет активации симпатической нервной системы глубина повреждения миокарда усугубляется. И, естественно, гипоксемия, которая связана с поражением легких и позже при тяжелых вариантах с развитием острого респираторного дистресс-синдрома и присоединением вторичной инфекции вплоть до сепсиса, также способствует повреждению миокарда. Если проанализировать инцидентные случаи повреждения миокарда, то мы видим, что они неуклонно растут. Это, конечно, связано с утяжелением течения коронавирусной инфекции, но и с более хорошей диагностикой повреждения миокарда, на которую нацелены большинство исследователей. Чтобы отметить достаточно редкий вариант развития классического миокардита у больных коронавирусной инфекцией, мы проанализировали более 1500 пациентов, госпитализированных к нам в центр с коронавирусной инфекцией. По показаниям эхокардиографическое исследование было выполнено только 130 пациентов. И, как видите, большинство из пациентов с клиникой сердечной недостаточности имели предшествующую патологию. Большинство из них – это пациенты с предшествующей ишемической болезнью сердца, целый ряд пациентов с нарушениями ритма предшествующей и дилатационной кардиомиопатии. Нам удалось выявить только одного пациента, который трактовался как пациент с миокардитом. Напомню, что критерии диагностики миокардита, которые предлагает Европейское общество кардиологов, группа экспертов по воспалительным заболеваниям сердца, предполагает наличие типичных клинических проявлений –
рекомендует использовать неинвазивные диагностические критерии, электрокардиографические критерии, о которых достаточно подробно говорил профессор Феррари, использовать маркеры повреждения, анализировать данные региональных глобальных нарушений сократительной способности и данные магнитно-резонансной томографии с типичными МР-критериями миокардита, а именно наличием отека миокарда и отсроченного контрастирования. Но бесспорно, основной диагноз за морфологическим исследованием либо это прижизненная биопсия, либо это результат аутопсийного исследования миокарда. Как вы видите, симптомы у больных коронавирусной инфекцией, у которых выявляется поражение миокарда, очень похожи на симптомы, которые описывают больные с традиционным классическим миокардитом. Учитывая особенности коронавирусной инфекции, в качестве клинического минимума нам рекомендуют выполнение электрокардиографии, оценку маркеров повреждения миокарда, оценку клинического анализа крови для выявления лейкопении, лимфопении, оценку астрофазовых показателей. Обратите внимание, такой маркер аутовоспалительного заболевания ферритин здесь фигурирует, и оценку коагуляционного статуса, определение уровня D-димеров. Очень важна оценка уровня гипоксемии, и мы используем данные кислотно-основного состояния оценки его, либо используем банальную пульсоксиметрию для выявления десатурации больного. Эхокардиография должна выполняться всем пациентам, предъявляющие жалобы, свидетельствующие о наличии поражения сердца. И здесь может быть альтернативой фокусная эхокардиография, направленная на оценку глобальных и региональных нарушений сократительной способности. В дальнейшем для исключения острого коронарного синдрома и поражение коронарных артерий нам рекомендуется у пациентов с высокой предтестовой вероятностью оценивать инвазивную коронарографию, у пациентов с низкой промежуточной предтестовой вероятностью может быть выполнена компьютерная коронарография. Отдельное время я хотела бы уделить магнитно-резонансной томографии. Метод требует достаточного времени, около 60 минут. Естественно, это достаточно проблемно у больных инфицированных. И задаем себе вопрос, что, какую дополнительную информацию и для чего мы ее можем использовать в дальнейшем. Это мы обсудим при демонстрации реальных клинических примеров. И, естественно, эндомиокардиальная биопсия, которая позволяет верифицировать диагноз миокардит, но которая должна быть выполнена для того, чтобы принять принципиально отличное решение в плане тактики ведения больного с коронавирусной инфекцией. Профессор Феррари уже отмечал, что маркеры повреждения миокарда практически не работают с диагностической целью у больных с коронавирусной инфекцией. Они в основном носят прогностическое значение, следовательно, отталкиваться от уровня тропонина для диагностики повреждения миокарда мы, к сожалению, не можем. Магнитно-резонансная томография. Приведу пример 10 пациентам, которым выполнялась магнитно-резонансная томография. Два пациента, у которых выявлена стрессорная кардиомиопатия, синдром Такотсуба. Хотя хочу отметить, что вот такая типичная для синдрома Такотсуба МР-картина может быть выявлена и при эхокардиографическом исследовании. Острый миокардит. Вы видите у больного диффузный отек. Ответить однозначно, какой природы повреждения миокарда при выполнении магнитно-резонансной томографии не представляется возможным. Мы не видим типичного МР-паттерна, характерного для миокардита, субэпикардиальное расположение. Мы видим диффузный отек.
которое может быть при любой природе повреждения миокарда, в том числе и при цитокиновом шторме. Совсем недавно опубликованы данные метаанализа. Исследователи проанализировали 31 клиническое исследование, где опубликованы различные клинические случаи с описанием возможного перикардита, возможного миокардита и серии клинических случаев, где диагностировался миокардит. В результате авторы проанализировали 51 клинический случай подтвержденного и вероятного миокардита. Учитывая то, что 27% пациентов умерло, часть исследований была аутопсийной и часть исследований была прижизненной биопсией. Вы видите, что не всем пациентам удалось выполнить весь объем обследования. Это очень мозаичная картина, но которая дает достаточно подробное представление о том, какие повреждения миокарда возникают у больного с коронавирусной инфекцией. Вы видите, что у больных с вероятным миокардитом достаточно частые изменения на электрокардиограмме, об этом говорил профессор Феррари. Электрокардиографические изменения – это важный диагностический тест, от которого мы должны отталкиваться для подтверждения диагноза повреждения миокарда. Следующий важный момент – это высокий уровень тропонина и высокий уровень натриуретического пептида, который выявлялся у всех больных, и, следовательно, диагностическое значение этих лабораторных тестов сводится к минимуму, потому что они в большей степени характеризуют прогноз больного коронавирусной инфекцией. Хочу еще обратить ваше внимание, что практически у всех больных был высокий уровень C-реактивного белка. Мы практически не видим столь высоких уровней C-реактивного белка у наших больных с классическим вирусным миокардитом. Исключение составляет только пациенты с фульминантным миокардитом, у которых повреждение миокарда возникает на остроте инфекционного заболевания. Долгое время считалось, что вирус отсутствует в миокарде больных коронавирусной инфекцией, и, естественно, это было бы дополнительным критерием вирусного повреждения миокарда и доказательством роли коронавирусной инфекции в развитии миокардита. В этой ситуации достаточно любопытные данные наших немецких коллег, представившие данные 39 аутопсийных исследований больных, умерших от миокардита и имевших повреждения миокарда. Было показано, что у 60% больных выявлялся вирусный геном в миокарде по данным молекулярно-генетического исследования. Здесь приведены данные метода гибридизации инситу. Было показано, что у 40% больных число вирусных копий превышало 1000. При этом интересный момент. Воспалительная инфильтрация в равной степени была представлена как у вирус-негативных больных, так и у вирус-позитивных больных. Единственный момент, что у больных с высокой представительством коронавируса и даже с репликацией вируса более выражен был цитокиновый ответ. Больше был уровень провоспалительных цитокинов. Эти данные подтверждают исходное представление о роли активации врожденного иммунитета, о роли активации инфломосом, о роли возможной синдрома активации макрофагов в патогенезе повреждения миокарда и таком специфическом миокардите с преимущественным цитокиновым повреждением миокарда. При классическом вирусном миокардите мы практически больных с фульминантным и острым миокардитом не лечим специфической терапией. Мы предлагаем им стандартную терапию сердечной недостаточности и используем различные
методы лекарственной и механической поддержки кровообращения. И только при наличии подтвержденной репликации вируса можем проводить эти утробные противовирусные терапии. И, конечно, мы широко используем иммуномодулирующую терапию. Каков же алгоритм ведения пациентов с подозрением на миокардит? Если это легкое течение заболевания, это классическая стандартная терапия сердечной недостаточности. Если это пациенты средней степени тяжести или с тяжелым течением коронавирусной инфекции, возможно, оценка волемического статуса и под контролем центрального венозного давления и давления в легочной артерии, проведение инфузионной терапии. При снижении глобальной сократительной способности миокарда, системной гипотензии и нарушении перфузии ткани целесообразно использовать инотропную поддержку. При рефрактерной гипотензии назначение вазопрессоров. И, конечно, антикоагулянтная терапия, профилактические и даже лечебные дозы низкомолекулярных гепаринов или нефракционированных гепаринов. И при тяжелом течении коронавирусной инфекции вена-артериальная ЭКМО. Особое внимание я хотела бы обратить ваше внимание на возможности иммуномодулирующей терапии при коронавирусной инфекции. Именно она является основополагающей в лечении больного с коронавирусной инфекцией, в том числе и с поражением миокарда. Давайте пройдемся по ключевым лекарственным препаратам, а потом проанализируем доказательную базу их использования. Учитывая то, что для инвазии вируса используется ангиотензин, превращающий фермент второго типа, долго шли дебаты о целесообразности использования ингибиторов ангиотензин, превращающего ферменты антагонистов рецепторов ангиотензина 2. Но в последнее время получено убедительное доказательство, что эти препараты имеют существенное преимущество, потому что осуществляет ингибирование эффекта мощного провоспалительного вазоактивного пептида ангиотензина 2. Кортикостероиды. Мы привыкли, что классический миокардит мы лечим большими дозами глюкокортикостероидов с использованием цитостатических препаратов в стероидосберегающем режиме. Здесь же мы кортикостероиды используем для профилактики цитокинового штурма. Это короткие курсы дексаметазона, это короткие курсы преднизолона, и никто не доказал перспективность и возможность применения длительной и объемной иммуносупрессивной терапии. Широко используются иммуномодулирующие эффекты противовоспалительное действие гидроксихлорохина и азатиоприна, азитромицина, но их доказательная база, мы об этом поговорим несколько позже. Для пассивного иммунитета мы можем использовать иммуноглобулины G для внутривенного введения, это не специфический пассивный иммунитет, и плазму реконвалесцентов. Колхицин. Я уже говорила о возможности применения этого класса препаратов для подавления активности инфламасом. И в настоящее время проводятся клинические исследования, которые должны ответить на вопрос, возможно ли применение колхицина у больных с коронавирусной инфекцией. Достаточно активно мы использовали при коронавирусной инфекции препараты, направленные на подавление цитокинового штурма. Это антицитокиновые препараты. В основном наиболее эффективны были ингибиторы интерлейкина 6. Меньше использовались ингибиторы интерлейкина 1. Блокаторы фактора некроза опухоли альфа подавляют воспаление. И, возможно, если это будет доказано, могут быть использованы при лечении коронавирусной инфекции. Для снижения активности воспаления были попытки использовать блокаторы гранулоцитарно-моноцитарного колониостимулирующего фактора. Хорошая доказательная база использования статинов, ингибирующих транскрипционные факторы НФ-КПБ и подавляющие воспаление. И, конечно, использование интерферона бета, который модулирует иммунный ответ и за счет этого воздействует на вирусную инфекцию. Ну и обсуждая
даже классический миокардит, мы говорили о возможностях применения ингибиторов янус-киназы при коронавирусной инфекции. Они хорошо себя зарекомендовали в лечении цитокинового шторма. А теперь перейдем к доказательной базе. На сегодняшний день применение гидроксихлорохина с азитромицином не подтвердило свою эффективность в снижении общей смертности и в улучшении течения коронавирусной инфекции у больных. Аналогичные данные получены и по лопинавиру и ритонавиру. Отсутствие снижения общей летальности и отсутствие клинического улучшения. Препарат ремдесивир, который влияет на репликацию коронавируса, в течение 14 дней продемонстрировал снижение общей смертности, однако к 28-му дню снижение общей летальности не отмечено. Не отмечено также и клинического улучшения при применении этого класса препарата. Напротив, неспецифическая иммуномодулирующая терапия, в частности применение иммуноглобулинов G для внутривенного введения, продемонстрировал положительное влияние на общую смертность больных с коронавирусной инфекцией. Также отреагировала и плазма реконвалесцентов. Кортикостероиды. Мы уже говорили, что в коротком режиме в исследовании Recovery кортикостероиды подтвердили свою высокую эффективность в плане снижения летальности больных. Те же самые результаты получены и при применении тоцилизумаба, препарата, ингибирующего интерлейкин-6. Следующим важным моментом, который мы должны правильно оценить и выбрать правильную тактику при выписке больного с коронавирусной инфекцией, это оценка степени ограничений, с которыми мы выписываем больного. И пациентам, имеющим вторую, третью степень ограничений вследствие перенесенной коронавирусной и имеющим сердечно-сосудистую патологию, целесообразно рекомендовать в режиме самоконтроля мониторинг артериального давления, частоты сердечных сокращений, выпитой жидкости, веса тела и при необходимости глюкозы крови. Обязательно научить этого пациента респираторной реабилитации. А если мы подозревали у пациента миокардит, то целесообразно после выписки больного рекомендовать следующий объем обследования. Электрокардиографический контроль через 2-3 недели, суточное мониторирование ЭКГ через месяц, эхокардиографический контроль через 2-3 месяца и в случае отсутствия положительной динамики по эхокардиографическим данным проведение магнитно-резонансной томографии с обязательной коррекцией проводимой терапии. Большое спасибо за внимание. Извините за темпы, с которым я представляла свой доклад, но я не хотела бы вас задерживать слишком долго. Уважаемая Ольга Михайловна, большое спасибо. Особенно собственные данные, собственный опыт, он является особенно ценным, потому что мы по крупице все собираем эту информацию. И действительно, об актуальности нашего сегодняшнего заседания говорит и тот факт, что организаторы продлили нам заседание секции настолько, насколько это надо глубоко уважаемым лекторам. И разрешите перейти к докладу Тарловской Екатерины Иосифовны из Нижнего Новгорода «Международный регистр. Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование». Екатерина Иосифовна сейчас подключается. К нашей глубоко уважаемые коллеги, позвольте вам представить первые результаты международного регистра «Анализ динамики коморбидных заболеваний у пациентов, перенесших инфицирование SARS-CoV-2 от имени исследовательской группы, организовавшей это исследование». Старт исследования произошел 29 июня 2020 года. Окончание исследования планируется 29 июня 2022 года. В исследовании участвуют 4 страны. Это Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Армения.
В организационный комитет вошли Арутюнов Григорий Павлович, Тарловская Екатерина Ильинична, Арутюнов Александр Григорьевич. Председателем наблюдательного комитета является Беленков Юрий Никитич, члены комитета Конради Александра Олеговна и Лопатин Юрий Михайлович. И председателем комитета по анализу конечных точек является Терещенко Сергей Николаевич и члены комитета Ребров Андрей Петрович и Честникова Анна Ивановна. В исследовании участвует большое количество центров, это 21 центр, в котором принимают участие 33 лечебно-профилактических учреждения. В исследовании принимают участие 92 врача, и на данный момент в исследование включено почти 3700 пациентов. Вы видите географию исследования. Центры расположены в 5 федеральных округах Российской Федерации, а также в Армении, в Кыргызстане и Казахстане. Целями регистра является оценить влияние хронических неинфекционных заболеваний и их различных комбинаций на риск тяжелого течения заболевания COVID-19 и на риск летального исхода. Кроме того, мы собираемся оценить влияние отдельных факторов риска, также на тяжесть течения заболевания и риск летального исхода. Кроме того, регистр предусматривает оценку влияния инфицирования SARS-CoV-2 на последующее течение хронических неинфекционных заболеваний и на последующую динамику уровня параметров липидного спектра и гликемического обмена. Кроме того, предусматривается оценка влияния SARS-CoV-2 на частоту развития новых случаев сердечной недостаточности, сахарного диабета, острого коронарного синдрома, инсультов в течение последующих 2 лет. Кроме того, регистр предусматривает оценку влияния инфекции SARS-CoV-2 на смертность и на ее причины в течение последующих 2 лет в различных возрастных группах. Кроме того, входит также в цели регистра оценка влияния инфекции на потерю трудоспособности в течение 2 лет после выписки пациента из стационара. Кроме того, планируется оценить влияние инфекции на частоту госпитализаций в течение последующих 2 лет, особенно по причине декомпенсации сердечной недостаточности или по причине таких заболеваний, как пневмония и респираторные инфекции. В подисследовании «Актив кардио» планируется оценить влияние инфекции на динамику ремоделирования сердца, функциональное состояние миокарда, частоту нарушения ритма сердца в течение 2 лет. Кроме того, планируется оценить влияние антикоагулянтной терапии на тяжесть течения заболевания и на прогрессию коморбидных заболеваний в течение также 2 лет. Кроме того, планируется оценить динамику Тропонина и дедимера в процессе терапии пациентов с коронавирусной инфекцией и влияние различных степеней повышения этого показателя на течение сердечной недостаточности у пациентов, на новые случаи сердечной недостаточности и тромбоэмболических осложнений в течение 2 лет. Кроме того, в планах изучить различия в геноме вируса в различных регионах Российской Федерации совместно с научно-исследовательским институтом гриппа Минздрава России и сформировать рекомендации по оптимальной тактике ведения больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Регистр закрытый, многоцентровый, с 2 непересекающимися ветвями – госпитальная ветвь и амбулаторная ветвь. В исследовании включали пациентов, имеющих вероятный или подтвержденный COVID-19, и критерием исключения являлось нежелание пациента участвовать в регистре и возраст моложе 18 лет. Предусматривается 8 визитов, из которых первые 3 визита строятся на основе ретроспективных данных из амбулаторной карты пациента или из истории болезни, а последующие визиты – это либо телефонные звонки, либо в подисследовании кардиоактив – это очные визиты пациента. Позвольте представить первые результаты 1003 пациентов, включенных в регистр «Актив».
Итак, возраст пациентов в регистре «Актив» оказался несколько меньше, чем в других регистрах других стран. Средний возраст в регистре «Актив» 58 лет. Кроме того, в регистре «Актив» оказалось, что высокая доля женщин, 55%, что превышает долю женщин в других известных регистрах. Распределение пациентов в зависимости от данных компьютерной томографии представлено на слайде. Мы видим, что в основном в данные когорту пациентов вошли пациенты с КТ1 и КТ2. Летальность пациентов в регистре представлена в сравнении с данными других клинических исследований. В регистре «Актив» летальность составила 3,7%, что несколько превышает летальность в регистрах Китая, но меньше, чем, например, в регистре из Италии. Встречаемость артериальной гипертонии в регистре «Актив» у пациентов очень высокая, вы видите, 58,5%, что, впрочем, очень похоже на встречаемость артериальной гипертонии в регистре, например, Соединенных Штатов Америки, в регистре Испании и Италии. Только в регистре из Китая встречаемость артериальной гипертонии значимо меньше. Встречаемость ишемической болезни сердца среди пациентов в регистре «Актив» также в максимальной степени соответствует регистрам из Испании и из Италии и несколько меньше, чем в регистрах Китая и Соединенных Штатов Америки. Встречаемость инфаркта миокарда в анамнезе у пациентов в регистре «Актив» примерно соответствует таковому показателю в регистре из Испании. Встречаемость сахарного диабета и хронической болезни почек также примерно соответствует регистрам из Испании и из Италии. Встречаемость сахарного диабета несколько ниже, чем в регистре из Великобритании и в регистре из Соединенных Штатов Америки. А встречаемость хронической болезни почек значимо выше, чем в регистре из Италии, из Китая и из Соединенных Штатов Америки. Встречаемость хронической обструктивной болезни легких в регистре «Актив» значимо ниже, чем в регистре из Великобритании и примерно одинаково с регистрами из Соединенных Штатов Америки, из Испании и из Италии. Курящие пациенты представлены, доля их значительно меньше, чем в регистре из Соединенных Штатов Америки и соответствует другим регистрам. Встречаемость онкологических заболеваний в регистре «Актив» оказалась самая низкая в сравнении с данными других исследований из других стран. Встречаемость хронической же сердечной недостаточности, напротив, в регистре «Актив» достаточно высокая и выше, чем в регистрах Соединенных Штатов Америки и Испании. Встречаемость пациентов с ожирением практически равна таковой в регистре из США и в два раза практически больше, чем в регистре из Испании. При анализе особенностей распределения по диагнозам в когорте умерших пациентов мы обнаружили, что в сравнении с аналогичным анализом 3200 смертельных исходов из Италии распределение по диагнозам примерно соответствует итальянскому регистру, но несколько больше. Среди умерших пациентов в регистре «Актив» представлена доля пациентов с артериальной гипертонией, с ишемической болезнью сердца и с хронической болезнью почек. Среди факторов риска летального исхода госпитализированных пациентов с COVID-19 в регистре «Актив» значимыми факторами риска оказался возраст пациентов 60+, повышение риска летального исхода больше, чем в 6,5 раз, ожирение, повышение риска также больше, чем в 3,5 раза,
И мы видим, что средний возраст выживших пациентов значимо отличается от среднего возраста умерших пациентов в регистре. Также фактором риска явилась артериальная гипертензия, которая повышала риск летального исхода почти в 4 раза, ишемическая болезнь сердца, повышавшая риск летального исхода больше, чем в 2 раза. Данные компьютерной томографии 3-4 мы видим, повышала риск летального исхода в 6,8 раза. Наличие хронической болезни почек также явилось значимым и повышало риск летального исхода больше, чем в 4,5 раза. Кроме того, сильными факторами риска летального исхода явилась полиморбидность. Наличие у пациентов двух и более сопутствующих заболеваний повышает риск летального исхода больше, чем в 8,5 раз. Кроме того, фибрилляция предсердий также была значимым фактором риска, повышая риск летального исхода почти в 3,5 раза. Сахарный диабет второго типа повышал риск летального исхода больше, чем в 3 раза. И, наверное, самым сильным фактором риска летального исхода являлся комплекс факторов, включающих диабет, ожирение, сердечно-сосудистое заболевание, повышая риск летального исхода больше, чем в 9 раз. Кроме того, с летальным исходом было связано процентное содержание лимфоцитов, и мы видим, что у умерших пациентов этот показатель был значимо ниже. Кроме того, с летальным исходом был связан уровень С-реактивного белка, и также в группе умерших пациентов этот показатель значительно выше, чем в группе у выживших пациентов. Ну, интересной такой достаточно находкой регистра являлось то, что среди факторов, связанных с отрицательной динамикой сатурации кислорода или с отсутствием положительной динамики сатурации кислорода, у госпитализированных пациентов явилась хроническая обструктивная болезнь легких у пациентов в анамнезе. Положительно влияло на исходы применения антикоагулянтов. Мы наблюдали, что применение антикоагулянтов приводило к сокращению вероятности смерти госпитализированных пациентов старше 60 лет, и отношение шансов составило 0,259. Кроме того, прием статинов госпитальными пациентами также сказывался благоприятно на динамике уровня С-реактивного белка, и особенно это касалось пациентов в возрасте старше 60 лет. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги, мы можем заключить, что особенностью пациентов, включенных в регистр «Актив», явился возраст пациентов более молодой, чем в других исследованиях, и наблюдалась большая доля женщин. Большую часть представленной когорты составляли пациенты с КТ1-2. Летальность пациентов в регистре пока наблюдается ниже, чем в регистрах Италии, и примерно соответствует таким показателям с Китая и в Соединенных Штатах Америки. Особенностью также являлось то, что среди умерших пациентов в регистре «Актив» было больше пациентов с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, диабетом, хронической болезнью сердца и меньше пациентов с Хоблы-раком, чем в таковом же исследовании из Италии. В регистре «Актив» наблюдали самые большие доли пациентов с гипертонией, ХСН и хронической болезнью почек. И при сравнении отношения шансов с очень большим метаанализом, который включил в себя 48 клинических исследований и больше 6,5 тысяч пациентов, мы видим, что факторы риска летального исхода в регистре «Актив» в отношении ИБС несколько меньшее значение имело отношение шансов, чем в этом метаанализе 48 клинических исследований. Остальные же
отношение шансов в регистре актив превышали аналогичные показатели метаанализа. И самым сильным фактором риска летального исхода в регистре актив являлась комбинация сахарного диабета с сердечно-сосудистым заболеванием и с ожирением. Процентное содержание лимфоцитов коррелировало, снижение процентного содержания лимфоцитов коррелировало с повышением риска летального исхода. С повышением риска летального исхода также коррелировало повышение уровня C-реактивного белка. Наличие хронической обструктивной болезни было фактором, связанным с отрицательной динамикой или с отсутствием динамики сатурации кислорода у госпитализированных пациентов. Применение антикоагулянтов способствовало снижению риска летального исхода у больных старше 60 лет госпитализированных, и прием статинов также способствовал повышению вероятности снижения C-реактивного белка у госпитальных пациентов, и особенно ярко это наблюдалось у пациентов старше 60 лет. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, уважаемая Екатерина Иосифовна. И разрешите в заключение нашего заседания сказать, что, конечно, вопросы сердечно-сосудистого поражения при новой коронавирусной инфекции остаются крайне актуальными. Мы будем жить с ними в ближайшие несколько месяцев. Мы осветили в ходе сегодняшнего заседания как общие вопросы патогенеза и патоморфологии разных вариантов поражения сердечно-сосудистой инфекции при этой инфекции, так и в частности оказание помощи пациентам с острым коронарным синдромом, миокардитом и особенности ЭКГ у пациентов с инфекцией COVID-19. Позвольте поблагодарить всех докладчиков нашего заседания и надеемся все-таки на очной встрече в нашей Казани. Большое спасибо!